Сделки заключаются не только в закрытых залах для переговоров. Выгодные соглашения вырабатываются порой в ходе дискуссий на многочисленных мероприятиях, проводимых в рамках форума в Давосе. Одно из них – круглый стол, посвященный интернет-благотворительности и организованный фондом украинского миллиардера Виктора Пинчука. Модератором дискуссии выступила Челси Клинтон. Передача власти от таких иерархий, как правительство, гражданам и гражданским сетям может нести очень положительные выгоды для общества, говорит старший советник по инновациям, госсекретаря США Алекс Росс. Так что даже если мир становится все более хаотичным и все менее контролируемым, в конечном счете, я думаю, граждане могут стать распорядителями собственного благополучия. На Ближнем Востоке каждый должен сделать попытку познакомиться с кем-то из другой культуры, которой они могут бояться или не одобрять, но это позволит понять, что думают другие, говорит изобретатель всемирной паутины Тим Бернерс-Ли. В будущем, если вы хотите позитива, людям нужно стать более толерантными, чтобы они на самом деле были способны жить в мире.